OMTV.ua про головне. Украинские власти стабильно и на официальном уровне продолжают доказывать нам, что украинцы и русские не один народ. И в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно. Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона и принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде Гитлер-Югенда, в новом его, конечно, издании. Выбивать под это новое оружие и дополнительные деньги, значительную часть которых можно будет украсть и положить, как это водится на Украине сегодня, себе в карман. Кстати, у украинских националистов еще в 20-х годах прошлого века существовало такое объединение «Союз украинской националистической молодежи», который затем вошел в состав Организации украинских националистов. Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину. Кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много. Та, цікаво, що він ще й згадує організацію 100 років тому, яка існувала на території України. Я припускаю, точно не знаю, але тут ще й кілька тисяч літ тому могли бути і динозаври. До чого це ви спитаєте? Ну і, звісно, про корупцію. Не може він змовчати. Це ж наша така велика біда, це ж ми наживаємося на грошах. Давайте подивимось, куди витрачаються російські рублі. Наприклад, яке фінансування в усього силового блоку. Як феноменально вони мали би працювати, але, сорі, не склалося. Чи знали ви, що Росію захищає? Ні, не ФСБ, не СОБР, міліція, Росгвардія та Збройні сили, а бідність. Угу. Один вище згаданий придумав, як виправдати смертність. Мовляв, росіяни все одно будуть помирати, як не від алкоголю, так під час дорожньо-транспортних аварій. Тож краще йти вмирати на СВО. Інша пояснила, чому бути бідним в Росії – це клас. Бо ФСБ, яке розпилило не 1 мільярд рублів, не впоралося з тим, що відбувалося в п'ятницю під Москвою. А от хлопчик, біднесенький із бідної родини, який рятував відвідувачів концерту у Крокус-Сіті-Холі, саме через фінансові статки своєї родини і став героєм. А ми ще дивуємось, що Гітлер колись зміг популяризувати геноцид. И о том, что, представьте себе, это многодетная семья, работяги простые, которые в какой-то съемной квартире живут с кучей детей. И мы говорили с отцом этого мальчика, и он сказал, как здорово, что мы не богатые. Потому что именно благодаря тому, что мы не богатые, 15-летнему школьнику пришлось идти подрабатывать в гардероб, чтобы копеечку какую-то семью приносить. И благодаря этому он спас 100 человек, а иначе бы нет. Як добре, що вони платять податки на утримання всіх силових структур. Як добре, що ФСБ мають шалені зарплати, але їх не було. Теракт вони не спінили, тому бідний 15-річний хлопчик, звісно, потягнув за всіх. Взагалі вся ця історія з Крокусами й досі настільки ж мутна, як і сам Путін. Чорна пляма на чорній плямі. Та й свідки, яких знаходять, таке враження, що вони десь на півзміні грають у тюзі. Нещодавно в Росії відбувалася моя улюблена подія. Захід, який називався, що Росія має знати своїх героїв в обличчя. Відповідно, там були от ці от СВОшники. Але вони всі були в балаклавах. Знати в обличчя, і обличчя не видно. Все логічно. Ніхто не хоче світити свою пику, аби довічно не переховуватись від помсти. Але чого? Чого бояться відвідувачі концерту? Це питання відкрите. Підійшли к рамкам, де сканували білети, коли услышали ззаді не вистріли. Це не було похоже на вистріли, це було похоже на якісь дитячі петарди. І вже коли була автоматна очередь, тоді і крик людей. Тогда поняли, что происходит что-то нехорошее. Народ стал набиваться очень быстро в этот вот закуток. И нас прямо очень сильно прижало.
меня прижало к стене, я как раз могла видеть, как двигаются вот эти нелюди. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Живіть з цим, як хочете. Директору ФСБ сьогодні сказати, що всі, хто совершив преступлення проти Росії, заявляються законними цілями, як Данілов сразу... Норвегію. Да, в Норвегию, подальше вот, от Украины. Но вообще примечательный человек. То есть он сказал, что ему за работу не стыдно. Знаете, есть такой эффект Данина Крюгера. Это такое когнитивное искажение восприятия реальности, когда человек совершает какие-то глупости, но в силу скудности своего ума даже не в состоянии понять, что это глупость. Вот как раз это и есть. Вот то, что на Украине, это, как я это называю, это лаборатория какистократии. Вот есть меритократия, власть лучших, а это власть худших, власть самых неспособных. Вот это и есть. И вот Данила — это самый яркий, один из самых ярких представителей, который там есть. Почему его уволили? Говорят, что указ лежал уже с января, да, но не увольняли, то что смотрины, Зеленский же не может никого назначить, пока не пройдут смотрины. Что с Ермаком? С Ермаком это давно, это, напомню, это было еще лето, по-моему, 22-го года, еще до начала контрнаступления, когда оружие не просили, и даже с Подоляком, вот этот род говорящий Зеленского, когда Подоляк требовал от Запада: дайте нам 500 танков, 1000 гаубиц, ну вот это все. А Данилов сказал: кто такой Подоляк? Ну, типа, этим же Залужным должен говорить. Ну, что он вообще лезет не в свое дело? То есть он был, да, лишний, то есть он и не Ермака человек, и вот, ну, скандалы были совсем. Но здесь самое главное надо еще понимать, что есть Комитет национальной безопасности и обороны в Верховной Раде, и есть Совет безопасности и обороны. Это люди, которые имеют доступ к гостайне, то есть к самому высокому, да, грифу. И Зеленский, ну, скажем так, Британия, да, они убирают всех лишних. Данилов был не их человек. То есть, безусловно, я так понимаю, Россия, наверное, очень точно бьет по центрам принятия решений. И, ну, они вот стараются убрать всех лишних с доступом к тайне. И он лишний. Литвиненко — это, конечно же, человек, это не Данилов. Совершенно не Данилов. Это человек, ну, я не могу сказать, там, выдающийся ума, да, но, по крайней мере, он возглавлял, да, он учился в России в Институте криптографии, ну, в ФСБ. Он учился и в Англии. Он был директор, он прошел вот снизу до верха Институт стратегических исследований при СНБО. То есть вот СНБО при Кучме — это был просто декоративный орган, куда просто, ну, на почетную пенсию отправляли. И вот именно Литвиненко, он вот в этом институте, он был, ну, скажем, не то что куратором, а идеологом превращения СНБО в какой-то действительно орган с полномочиями, которого сейчас они существуют. Он был зампредседателя СНБО при Порошенко, потом Зеленский уволил, назначил главой службы внешней разведки, и сейчас он перешел. То есть это человек ученый. И теперь вот будет мне, например, примечательно наблюдать, как он будет деградировать на этой, ну, на этой должности. Но он же должен будет что-то заявлять, вот те глупости, вместо Данилова, да? То есть должен кто-то это все нести. А человек, в принципе, не дурак. То есть, ну, как он с этим согласится и как он будет это озвучивать. Иващенко тоже он перешел. То есть это не зам Буданова, по большому счету. Он был первым зам главы ГУР еще до Буданова, еще при Бурбе, при Порошенко. То есть сейчас он возглавил СВР. Ну, в принципе, рокировки идут. Британия убирает, я так понимаю, отсекает всех ненужных и оставляет только вот всю, вот, ну, всю свою клиентелу, потому что они хотят усилить Зеленского вот в преддверии, как там, да, дату называют, 20 мая, когда Зеленский утратит легитимность, и чтобы вокруг него не было, по сути, тех людей, ну, от которых можно ждать неприятные сюрпризы. То есть чтобы он усилил Зеленского, чтобы были вокруг только свои люди. Ну і, в принципі, щоб утримати Зеленського у власті. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.